почему вы меня не пропускаете? Я же по главной дороге еду. Обязан пропустить, потому что мы девочки. Ты должен оказывать нам знаки внимания. Знаки внимания? Ничего я не должен. Сейчас начнется. Вы, девчонки, не умеете играть с автомобилями. Я 100 раз играла. Что вы как взрослые ругаетесь? Алсу сегодня на улицу не выходила. Поэтому в городе такое спокойное утро. Скучное утро. Может, сами слетаем к ней в гости? Давайте. Да, так будет безопаснее. Ну, ребята, не ссорьтесь. Все мальчишки вредины, а вы все капризные. Как вы вовремя? Помогите нам! Что у вас случилось? Мы играли, и вот теперь спорим, кто кому должен оказывать знаки внимания. Знаки внимания? Внимание, дорожные знаки. Дорожные? В вашем игрушечном городе нет дорожных знаков, а дорожные знаки должны быть везде. Даже на игрушечных улицах, перекрестках и проезжей части. Давайте играть вместе. Давайте! Ну тогда полетели в ваш город. Правильно расставлять дорожные знаки. Ну вот, смотрите. Пока в вашем городе нет никаких знаков, тут образовался автомобильный затор. Нужен регулировщик. Запоминаем. Рука поднята вверх, всем движение запрещено. Правая рука вытянута вперед, пешеходам разрешено переходить дорогу, но только за спиной регулировщика. Руки вытянуты в стороны. Пешеходам разрешен переход проезжей части по линии вытянутых рук регулировщика. Вот мы и навели порядок на перекрестке. Здорово! А можно я тоже буду регулировать? И я хочу. И я. Для этого мы и пришли в этот игрушечный город, чтобы всему научиться. Но в настоящем городе регулировать движение транспортных средств и пешеходов может только инспектор дорожно-патрульной службы. Теперь, когда все автомобили разъехались, мы будем устанавливать дорожные знаки. Я буду расставлять запрещающие знаки. Они у меня самые нарядные. Круглые с красной окантовкой. Поняла. Они запрещают и поэтому самые яркие. Да, мои знаки вводят или отменяют ограничения движения. Возьмем знаменитый кирпич. Он запрещает въезд всех транспортных средств. Но это не распространяется на маршрутные транспортные средства. Еще есть знак «Движение запрещено». Он запрещает движение всех транспортных средств. Но тоже не распространяется на маршрутные транспортные средства, а также на автомобили почтовой связи и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся недалеко. Знаки «Остановка» и «Стоянка запрещена» тоже очень пригодятся жителям, уж поверьте мне. Ну ладно, теперь моя очередь. Мы установим предупреждающие дорожные знаки. Они полезные, а для водителя безопасные. Нарушить-то их нельзя, ведь они просто его предупреждают. Вот, например, дорожный знак «Дети». Всем ребятам он знаком. Этот знак устанавливается вблизи детских учреждений, школы, детского сада. Знак предупреждает водителей о том, что на проезжей части могут внезапно появиться дети.
значит, надо сбавить скорость и быть внимательным. Разрешите вашему вниманию представить еще одних друзей человечества. Знаки приоритета. А этот – уступите дорогу. Знаки говорят сами за себя. Вот, Алик, у тебя на проезжей части не стоял знак приоритета. А значит, мы не должны были тебе уступать. Ты, Лена, не отвлекайся и запоминай. А есть еще и предписывающие знаки. Вот эти чудесные синие круги. Они показывают направление движения, куда можно ехать. Или сообщают о наличии велосипедных и пешеходных дорожек. А у меня еще имеются знаки особых предписаний. Они вводят или отменяют определенные режимы движения. В этой группе находится и важный знак для пешеходов. Это пешеходный переход. А вы не забыли, что в информационной группе дорожных знаков тоже есть важные знаки для пешеходов? Это подземный пешеходный переход и надземный пешеходный переход. Между прочим, они самые безопасные для перехода проезжей части. И последняя группа знаков, которая в пути нам подскажет, где находится автозаправочная станция или больница, телефон или пункт питания. А где можно отдохнуть, это знаки сервиса. Как все здорово получилось! Теперь мы не будем ссориться. Я теперь понял, кому нужно во время движения оказывать знаки внимания. И я поняла. Дорожным знаком. А также сигналом регулировщика. А если его нет, то сигналом светофора и дорожной разметки. Чтоб твоя дорога была без огорчения, изучайте знаки дорожного движения. Нас они оберегают, нас они предупреждают, запрещают, объясняют, доброго пути желаю. Знай все знаки на зубок, как дозорные дорог.